могу сказать только одно, что если человек публичный, то, конечно, на нем должна быть ответственность за то, что он говорит. И, естественно, надо стараться думать, какие фразы и слова вырываются у тебя изо рта. В противном случае, в общем-то, можно потом сожалеть об этом. Хотя, к сожалению, в России у нас политики, общественные деятели, звезды не платят за свои слова. Ну вот известная история дочери Кафельникова, которая высказала свое отношение к простым россиянам, летающим в экономическом классе. Во всем мире бы она потеряла бы контракты, работу и так далее. У нас